Согласен ли ты, как представитель Нигер-Хатун, чтобы Рустем Ага стал ее мужем? Я согласен. Согласен ли ты, как представитель Рустема Аги, чтобы Нигер-Хатун стала его женой? Согласен. Аллах доволен. Что у тебя на лице, Хатан? Сними это. Вышло по-твоему. Мы вместе. Что теперь будет? Можешь со мной развестись когда угодно. Я не против. Ты этого хочешь? Нет. Я вижу, что ты этого хочешь. Нас ведь вынудили пожениться. Но если бы нас не заставили, я бы все равно пошла за тебя. Я хочу сделать тебя счастливым. Счастливым меня сделать? Интересно, как же? Как же? Ты ночуешь здесь? О чем ты думаешь, Ибрагим? Ты видел свою дочь? Куда ты ее отвез? Где она? Не знаю. Как? Ты ездил, куда я сказала? Да, но ее уже там нет. Стамбул перевернул вверх дном, но так и не нашел ее. Этого не может быть, Ибрагим. Кто ее увез? Хюррем. Но зачем же это? Это она мне сказала, что мой ребенок жив. Взамен она хочет, чтобы я избавился от Фирузы Хатун. Ты же не пойдешь на это. Верно? Здесь Абасага.
Это ведь он угрожал семье девушки Шахзаде. С ним разберемся потом. Как прикажете. А ну, держите ее! И куда? Держите ее! Я убью ее! Держите! Держите! Хватайте! Оружие! Заводи! Хватайте ее! Хватайте! А ну, стой! Попалась! Держи ее! Попалась! Эй, стойте! Что происходит? Это воровка, бей. Сытый ей по горло. Каждый день что-то крадет. С нас довольно. Что с того? Стыдно стольким мужчинам нападать на одну женщину. А ты кто такой? Не вмешивайся! Кого она украла хлеб? У меня, бей. Заплати ему. Вернитесь к своим делам. Вернуться-то мы вернемся. Да кто ты такой, бей? Мы тебя не знаем. Вы, глупцы, поклонитесь. Шахзаде Мустафа Хазрет Лири к нам пожаловал. Добро пожаловать, Шахзаде. Помилуйте, Шахзаде. Мы же не знали. Простите. Вернитесь к своим делам. Хатун, ты голодна? Как тебя зовут? У тебя есть кто? Говори, Хатун. Меня... Диана. Диана, у тебя есть тот кто? Где ты живешь? У нее никого нет, Шахзаде. Она живет на улице воровством. Напрасно ее ругали и били. Как ее только не наказывали. Даже волосы ей отрезали, чтобы прекратила воровать. Но и это не помогло. Скажите Ибрагиму Паше, что я пришел. Вам нравятся мои статуи? Паша? Геракл, Диана и Аполлон. Я слышал о них много восторженных отзывов, Паша Хазрет Лири. И сегодня мне довелось их увидеть.
Многие в городе считают их идолами. А что вы думаете по этому поводу? Паша, Фигани Эфенди говорил, что в мир пришло два Ибрагима. Один разрушал идолов, другой их возводил. Стало быть, вы тоже считаете их идолами? Пока я не увижу, как вы распластались по земле и молитесь перед ними, Паша, для меня они будут просто кусками камня. Ладно, проходи, Хаджа Челеби, нам есть о чем поговорить. Доброе утро, ага. Я приготовила завтрак. Поешь перед выходом. Твое сердце принадлежит кому-то другому? Как его зовут? Бутомир. Бутомир? Бутомир. Бутомир. Да, правильно. Нет никого, Хатун. Ты помнишь день, когда ты меня спас? Я тогда сказала, лучше бы ты дал мне умереть. Как видишь, вернувшись, я создала тебе новые проблемы. Это все игра судьбы. Игра не судьбы, Хатун, а Ибрагима Паши. Возьми, Хатун, подготовьте комнату. У нее должно быть все, что нужно. Фидан Хатун. Кто она? Зачем ты ее привел? Мне велели ее сюда привести. Аллах, кто же тебе велел такое? Шехзаде Хазретлери увидел ее где-то на улице и сжалился над ней. Спокойно, Хатун. Что ты натворила, что тебе отрезали волосы? В баню ее срочно. Хорошенько вымойте, потом дайте чистую одежду и накормите. Повелитель слушал заседание совета, и потом я доложил ему, что вы говорили. Казаскер и Фенди, похоже, были не в восторге от заседания. Я не хочу никого больше раздражать своим присутствием на совете. Нет, нет. Реформы никогда не принимают с радостью, ты это знаешь. Нельзя установить покой, не побеспокоив кого-то. Ни в коем случае не слушай их и не обижайся. Как сказал наш пророк, место ученого, науки и дела в раю. А если ученый не будет делать дело по науке, то место науки и дела будет в раю, а место ученого в аду будет. Простите мне мою растерянность, Паша Хазретлери. Чем больше я с вами общаюсь, тем больше вижу, как мало я вас знаю и испытываю от этого досаду. И это взаимно, Кади Эфенди, взаимно. Повелитель пожелал, чтобы ты привел законы в порядок. Будет создана комиссия, в которую войдешь ты, Джалиль-Заде. Ты получишь солидное вознаграждение. Если я хоть немного сумею оказаться полезным, это будет величайшей наградой для меня, Паша Хазретлери. Только этот путь будет долгим и трудным для всех нас. Я хотел бы сам решать, с кем пойду по этому пути. Паша Хазретлери. Слушаю. Французский посол прибыл. Пусть меня подождет. Пусть будет так, как ты хочешь, Эфенди. Только ты регулярно будешь отчитываться передо мной. Конечно, Паша. Все очень хвалят твой сад. Я приеду как-нибудь посмотреть. Буду польщен, Паша Хазретлери. Приезжайте, когда пожелаете. Фируза здорова? Говорят, вы виделись.
Она сама пришла ко мне. Ненадолго. Будь с ней предельно осторожна. Госпожа, шахзада Мехмед вместе с наложницей. Какой наложницей? Почему я о ней не знаю? Простите, я сама только что узнала. Матушка. Мехмед. И как ее зовут? Это Клара. Я давно о ней знаю. К чему все эти вопросы, мама? Вам что-то не нравится? Нет. Мой сын может быть с кем ему угодно, но я всегда должна знать об этом, Мехмед. Я хочу знать, где мой сын, с кем он и что он делает. Я вам уже говорил об этом. Я больше не ребенок. Как, шахзаде, тебе запрещено иметь детей во дворце? Сначала ты должен отъехать в Санджак. Поэтому ты должен быть очень осторожен в любых своих отношениях с наложницами. Кроме того, пока я живу на этом свете, некоторые вещи будут неизменны. Ты всегда будешь со мной. Ты никогда меня не ослушаешься и никогда. Никогда ты не будешь против меня. Тебе понятно? Тебя это тоже касается, Мехримах. Так вы меня поняли? Мехримах. Я поняла, мама. Чудесно. Пойду повелителя обрадую. Значит, Клара. Неплохо для начала. Своих дел нет. Карл думает о возрождении Римской империи и завоевании всей христианской Европы. Римским императором султан Сулейман Хан является, месье де ля Форе. Стамбул принадлежит ему, он и император. Но венецианцы заключили вероломный союз с Карлом. Они собираются натравить его на вас. Разумеется, мы знаем. Мы знаем, кто что делает. Если Венеция не откажется от этого союза, то станет нашим врагом. Мы отомстим ей за это огнем и мечом. Сицилия, Сардиния, Неаполь и Испания не устоят, если против них объединятся османо-французские армии. Почему же вы Австрию не назвали тогда? Немцы могут помочь Габсбургам защитить их земли в Австрии. Там нам придется тяжело. А вот Италия практически беззащитна. И? Ваш король Франциск, благодаря нашему оружию, вернет себе герцогство Миланское, графство Асти и Геную, не так ли? Так? Допустим, Барбаросса приближается к Италии. Что вы сделаете? Тогда наш король войдет в Италию с севера и захватит принадлежащие ему по праву территории. Согласитесь ли вы подписать с нами полноценный военный договор, месье де ля Форе? Если мы создадим открытую коалицию, то Карл натравит на нас весь христианский мир. Но мы можем заключить торговое соглашение. Вчера я собрала уважаемых женщин у себя в покоях. Они сказали, что для них большая честь помочь моему вакфу, который я собираюсь создать. Славно. Мне нужно назначить доверенное лицо. Человека, который управлял бы за меня моим фондом. Рустем Ага подойдет. Естественно, если он вас устраивает. Устраивает. Рустем Ага способный человек, у него большое будущее. Верно. Только Паша, чтобы избавиться от него, на Нигер его женил. Как всегда, он пытается избавиться от всех, кто вам близок. Искендера Челеби хотя бы вспомните. Если бы он мог, и меня бы не было. Хирем.
Хатидже Султан он предал. Потом провозгласил себя султаном. Шахзаде Мустафу готов хоть сейчас посадить на престол. И это еще далеко не все. Если бы речь шла о ком-то другом, ему бы уже давно отрубили голову, но вы его слишком любите. А что стало бы с головой того, кто говорил бы такие вещи, как ты? У нас прекрасная новость. Родился Шахзаде, твой сын. Как ты, Фатьма? Я подарила вам Шахзаде, господин. Что может быть лучше этого? Какое имя ты дашь своему первому сыну? Не мне решать. Повелитель пусть выберет. Лучше подождать вести от отца. Умница, сынок. Стража, немедленно пошлите в столицу гонца. Султан Сулейман должен узнать об этом счастливом событии. Повелитель, я встретился с послом месье де Лефоре и провел с ним длинную беседу. Чего хотят французы на самом деле? Они хотят чего-то, кроме союза? Они хотят заключить между нашими странами военный союз под видом торгового соглашения. Они хотят привилегий для своих купцов. Они хотят платить в наших портах и на наших заставах такие же налоги, как и наши купцы. Хотят свободно совершать христианские молитвы. В случае, если их человек совершит преступление, то дело будет рассматривать французский суд. В случае смерти француза его имущество должно быть передано в посольство. Их суда должны быть неприкосновенны, никто не берет их в плен. Это их требование. И во Франции наши купцы получат точно такие же права и привилегии. Что ты им ответил? Я сказал, что договора не будет, а будет лишь милость нашего великого повелителя. Наши переговоры продолжаются. Италия сейчас ничья, Баргали. Этот союз может помочь нам завершить дело Мехмедхана и завоевать Италию. Он всегда этого хотел. Но можно ли доверять французам? Конечно, нельзя. Но будем контролировать каждое их движение. Повелитель, вы ведь завершили одно дело Мехмедхана и завоевали Белград и Родос. Когда падет Италия, у ваших ног окажется вся Римская империя. Аллах милостив, мы доживем до этого дня, Баргали. Что-то случилось? Мне сказали, что ты обдумал мое предложение. Надеюсь, ты уже готов дать мне ответ? Готов. Я принимаю ваше предложение. Фирузе Хатун скоро покинет дворец. И больше никогда не вернется. И больше не вернется. Ты должен найти способ, никак меня не компрометирующий. Если вина падет на меня или кто-то что заподозрит, повелитель узнает о нашем соглашении. Я сделаю все так, что тень на вас не ляжет. Скажите, где находится моя дочь? Когда Фирузе уедет, твоя дочь найдется. Ты слышала, как поет Фирузе? У нее волшебный голос. И она очень хорошо играет на чанге. Я раньше слышала. Я давала госпоже уроки, но мы не доучились. Уроки? Советую их продолжить. Я тоже не хотела их бросать.
Только не хочу, чтобы любимая наложница повелителя мира тратила время. Да. Повелитель? Слушаю, Хатун. Радостные вести. Шейх Заде вам прислал гонца. Мустафа Хазрет Лири велел рассказать вам кое-что. В великой династии османов родился еще один шейх Заде. Я рад. Немедленно начинайте сборы. Мы в ближайшее время отправимся в Манису. Где ты была? Ты с этой женщиной обедал? Я угадала? Я не знала, что она придет. Я не могла встать из-за стола и уйти. Но у меня для вас прекрасная новость. У Мустафы родился свой шахзаде. И что в этом прекрасного? Отец велел немедленно начинать сборы. Мы все вместе едем в Манису. Я тоже еду. Разве мы тебя оставим? Давайте, девушки, давайте. Давайте, не копайтесь. Проходите внутрь, быстрее. Ешьте вашу еду, давайте. Кирасага. Слушаю, Афифе Хатун. Повелитель завтра отправляется в путь. Займись приготовлениями. А Сюмбюль не может этого сделать? Ты разве меня не понял? Афифе Хатун. Госпожа. Я возвращаюсь к себе. Все в порядке, иншалла. Вы же только приехали. Хуриджи Хан не здоровится. Я хочу увидеть свою дочь. О, Аллах. Надеюсь, ничего серьезного, иншалла. Иншалла. У нее утром был небольшой жар. Фирузе далеко? Скажи ей, чтобы приехала. Она мне будет нужна. Госпожа. Да. Паша Хазрет Лири. Вы меня вызывали. Клянусь, я... Что я могу сказать? Я оказался между двух огней. Где Хюрем Султан? Приятного аппетита. Фирузе Хатун. К Хатидже Султан поезжай. Там нужна твоя помощь. Что случилось? Зачем меня позвали? Ее дочка Хуриджи Хан Султан немного приболела. Мама пришла. Все готово. Трогайся.
Долго еще осталось? Еще немного, Хатун. Куда вы меня везете? Вы не знаете? Хатидже Султан во дворец. Мне говорят, очень близко. Не волнуйтесь, Хатун. Мы почти приехали. Кто вы такие? Куда вы меня везете, говорите? Да. Ибрагим Паша. Госпожа. Завтра вы едете в Манису. Верно. Я так по любимой Махи Девран соскучилась. Настанет момент, когда Шехзаде Мехмед тоже отправится в Санджак. Он уже вырос. Скоро и вы уедете отсюда вместе со всеми своими детьми. Никто не знает, что может случиться завтра утром в этом несовершенном, переменчивом мире. Возможно, ты вообще не увидишь того дня. Я сделал то, что вы от меня хотели. В эту минуту в порту стоит судно, готовое увезти Фирузе Хатун. Оставьте меня! Ну что вы делаете? Я любимая наложница султана Сулеймана. Вам это с рук не сойдет. Он всем вам отрубит головы. Фирузе Хатун, я рад вам. Хорошо, что вы пожаловали. Сюмбюль-ага?